О личной жизни и спортивных победах сегодня рассказывал олимпийский чемпион Серик Сапиев студентам. Встреча известного боксера с первокурсниками Евразийского национального университета была организована кафедрой Ассамблеи народа Казахстана в преддверии юбилея независимости. Буквально за час обладатель кубка Вэлла Баркера успел поведать о детстве, юношестве, семье и, конечно же, олимпийском золоте. Затронул Серик Сапиев и, казалось бы, далекую от спортсмена тему – политику и межэтнические отношения. А студентов, в свою очередь, посыпалось немало вопросов. Спросить об интересующем Сапиева лично успели и преподаватели вуза. Хочется равняться на таких людях, стремиться к высшим целям, ставить их. Также Серик Сапиев сказал, что надо как бы идти просто к цели, думать потом. Это очень правильный взгляд слова, что надо просто делать.